Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. В Архейдж можно не только возить паки, не только заниматься всякой пердушатиной, а можно еще и развлекаться. Ребята, смотрите. Аттракцион Торкалка. Поехали. Так, только что-то не хочет прыгать больше. Прикинь. Так, сейчас я вылечу отсюда. Ну, вас должно. Подкидывает еще? Да. Улетел, Джигурда. Полетели вместе. Блин, что-то меня не хочет выкидывать. По-моему, топ. Класс. Это бомба-граната. Аттракцион Торкалка. Ого, ого, вот это меня выкинуло, жесть. Я на тебя упал. Блин. Класс. Вот это крутяк. Нашу честь точат мифы. Да-да-да. Всем рекомендуем аттракцион Торкалка. Так, еще раз прыгну. Зачем? Блин, ну зачем она убивает? Это сейчас поправим будет, сейчас погоди. Сейчас отхилюсь маленько. Кто там? Вот это крутяк! Ну я тебе тут не смогу помочь. Я понял. Они умирки, я своих умирки бить не могу. Их много, с хилами еще. Хрен ли они вообще творят? Ну это эти чувачки, которые этот самый. Мстят тебе за шхуну. Нет, это не те, это, не короче, те? Да. Не, это быстро поправимо, сейчас я отхилюсь хотя бы. Так, ребята, смотрите, чтобы сделать такой аттракцион, Торкалку и поразвлекаться с друзьями, вам всего лишь надо взять... Стать поближе к краю, вот, отойти к краю можно задом, вот, и вызвать свой баркасик, так, чтобы он вызвался вот в том месте, там есть невидимая стенка подводная, баркас там застряет и вот так вот начинает его колбасить. Видал минус два? Ай, погоди, я не снимаю, ай. Давай, чувак, бей. Двое лежат уже. Хил остался. Да. Ну, я хила, мне кажется, это не заберу. А я давай. Чувака сбросил. Прикинь. Блин, у меня хп мало. Бежит, за тобой бежит. Да пускай бежит. Не, он ничего не сделал. Точнее, да, пускай кинется. Видишь, что-то эти бомжи лежат. Сзади кинулся. Сейчас. Когда? Он сейчас его хилить будет. Блин, братюня, ничем тебе не помогу. Ну вот, палада, спекнешься потом. Будешь 5300. Да там проблема в том, что я первый не могу бить. Ну да. Целитель 5100. Ну да, долго это... они что-то бьют твой баракас. Сколько там у баракаса этого? 33 тысячи, и пушки у них голимые такие. Короче, да, это... еще я разочек, пока они еще не добили. Да они не добьют, мне кажется, сейчас. Ну давай, баракас. Ох, он меня вперед, короче, киданул. Вот суки две. Сейчас оба пизды получат. Реально, нечестно. Все. Нечестно. А чё это тут я забрал такое? Ты забрал денежку. Что, серьезно? Да. А, один золотой. Это... Один золотой мне дал. Ну чё, молодец. Сломал в мирке мой же баркас. Красава.
Так, ребята, спасибо вам за просмотр. Делайте с друзьями себе аттракцион Торкалку. Приезжайте, развлекайтесь. Запомнили, как вызвать? Вот здесь становитесь возле самого краешка и вызываете так, чтобы баракас попал под этот самый. И все, нормальды получится. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.